О, погодите, дайте сперва выпустить все-таки про Александра Первого и Николая Первого. По весне вот будет следующий, который Александр и Николай Первый. А уж что там будет, получится ли, что по весне еще один, я думаю, что скорее всего. А скажите, пожалуйста, не планируете ли вообще все, начиная с 17 года, как бы 20 век России? Нет, такого не было. То есть у вас такой идеи уже нет, это слишком много. Да не то чтобы... Аркадию, Геннадию и Володе. Веселым петроградским булыжником для брутального жонглирования. Ну понятно, вы на летний, да. Но мы попробуем. Нет, будет 46 по 60. Скажу, ну это хорошая идея. Здравствуйте. Войну никак не... Нет, это этим методом наметником, война... Аркадию, Геннадию и Володе. Веселым петроградским булыжником для брутального жонглирования. Ой, нет, это слишком... Сейчас, погодите, я их так не знаю. Значит, Аркадий. Аркадию, Геннадию и Володя. Тогда все-таки Владимир. Володя. Ну уже нет, знаете. Это слишком не знаю, для него. Ни того, ни другого. Но я вас потом с ним познакомлю. Ну вот тогда и будем. Да, что это... Ну весь город знаком уже, вы должны быть в тренде. Я не в этом городе живу. Можно я в каких-то вещах не буду совпадать с его трендами. Давайте я все-таки с Новым годом. Спасибо. Не за что. Ну что, Володя, сделали тебя Владимиром. Ну ладно.